Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Без каблука можно выглядеть действительно стильно, красиво и женственно. Можно заменить неудобный каблук очень комфортной и удобной обувью. Ведь вариантов огромное множество, а самое активно используемое женщинами – это непосредственно кроссовки и кеды. Носить кроссовки и кеды можно не только с популярными и всеми любимыми джинсами. Прекрасное сочетание с такой обувью может получиться, если примерить юбку или даже платье. Ведь в последнее время на прилавки магазинов поступает все больше дизайнерских кроссовок, которые не только удобны в носке, но и выглядят очень стильно и красиво. Не менее оригинальное и красивое сочетание можно получить непосредственно со слипонами, которые невероятно популярны среди женского пола. Подойдет такая обувь и 40-летним дамам, которые ценят в образе удобство и лаконичность. Прекрасно слипоны будут смотреться не только с брюками и джинсами, но и с вашими любимыми юбками и платьями. Более женственный и утонченный образ в этом сезоне вы можете составить с трендовыми мюли без каблука. Они смотрятся очень изящно на женской ножке и помогают составить образы в совершенно любом направлении. Не стоит забывать в этом сезоне и про всеми любимые балетки. При правильном выборе модели вы можете ходить в такой обуви хоть целый день, не замечая и капли усталости. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!